Здравствуйте, друзья! С вами Александр Пчела. И сегодня я хочу рассказать, как будет проходить изучение курса. Курс будет изучаться онлайн, используя для этого Skype, Viber, а на Украине и мобильный телефон. В процессе изучения мы разберем все нюансы, и я отвечу на ваши возникшие вопросы, которые появятся при изучении курса. Спасибо за внимание.